Марийский государственный театр оперы и балета и телерадиохолдинг на Патриаршей представляют балет «Эсмеральда» под открытым небом. 17 июля в 21.00. Патриаршая площадь. Телефон для справок 64 19 52. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Ипотека от Сбербанка становится еще доступнее. Это касается всех граждан республики, которые планируют приобретение собственного жилья. Но есть категории жителей Мариэл, которым особое внимание. В первую очередь это молодые семьи в возрасте до 35 лет, имеющие хотя бы одного ребенка. В этом продукте мы видим важную социальную миссию, поскольку независимо от того, где работает наш клиент, в бюджетной сфере, в коммерческой сфере, на территории Республики Мариэл, на территории иного региона, критерии объективные. Заемщик или его супруга, хотя бы один человек, в возрасте до 35 лет. Важная составляющая, следующая, социальная. Чем больше детей у наших заемщиков, тем меньше процентная ставка. Еще одна категория, которая может рассчитывать на ипотеку со сниженными процентными ставками – жители Волжска, Волжского района и города Козьмодемьянска, работающие на предприятиях, расположенных на территории этих муниципальных образований. И третья категория – жители Мариэл, приобретающие жилье на незавершенном этапе строительства, включая нулевой цикл, без дополнительных поручителей. Стоит отметить, что процедура оформления ипотечного кредита в Сбербанке стала быстрее и комфортнее для клиентов банка. Этим летом условия оформления ипотечных сделок в Сбербанке значительно улучшились. Стали более комфортными наши залы. Мы включили ипотечные кредиты в электронную очередь, и сделки стали четко нормироваться по времени. Каждый офис, где возможно оформление ипотечной сделки, оборудовано просторным залом, помещениями для общения с риэлтором, с клиентом, с застройщиком. Оформить заявку и получить ипотечный кредит вы можете в любом кредитующем подразделении Сбербанка по республике Мариэл. В офисах, адреса которых вы видите на экране, выделенный сотрудник по ипотечному кредитованию проведет консультацию, поможет подобрать объект недвижимости, примет заявку и выдаст в случае одобрения вашей заявки ипотечный кредит. Марийский государственный театр оперы и балета и телерадиохолдинг на Патриаршей представляют балет «Эсмеральда» под открытым небом. 17 июля в 21.00. Патриаршая площадь. Телефон для справок 64 19 52. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.